Главный финансовый документ, без которого невозможно функционирование городского округа в следующем году, принят Советом депутатов. Приоритетные направления бюджета – образование, медицина, социальная сфера. Проект документа уже прошел публичные слушания и экспертизу в контрольно-счетной палате Люберец, а также в Министерстве экономики и финансов Московской области. Бюджет на 2020 год складывается после детального изучения потребностей жителей. Владимир Ружицкий особо отметил, что в течение года бюджет может быть скорректирован, исходя из фактических данных и потребностей округа. Администрация без совместной работы с советом депутатов, мы ни один вопрос не решим, а просто войдем в клинч и будем выяснять отношения. Сегодня я вам скажу, здесь люди давно работают, мы достаточно интенсивно, активно развиваемся. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.